джунгли. Под проливной дождь и убаюкивающие напевы из этой хижины доносится стук. Удары мачете по дереву. В хижине-мастерской трудится Салейга Кеннет. Вместе со своими друзьями он вырезает из дерева сувениры, а потом продает их туристам на местном рынке. Совсем недавно это были фигурки тропических животных и птиц. Однако с некоторых пор Салейга потерял интерес к туканам и колибри. Даже сюда дошли слухи. Совсем скоро русские будут запускать свою ракету прямо из джунглей. Предвкушая серьезную прибыль, Салейга тут же раздобыл подходящую фотографию ракеты-носителя «Союз», выбрал нужное полено и принялся за работу. «Союз» будет сложнее сделать, чем французскую ракету «Ариан». У него только три детали. Одна посередине и две по бокам, а у «Союза» получается четыре. «Таких ракет-сувениров надо заготовить побольше», — считает Салейга Кеннет. «К первому старту 20 октября приедет много людей, и все они захотят сувенир. Деревянную копию русской ракеты». В порту Санкт-Петербурга стоит под погрузкой океанский корабль. Как будто в шутку эту громадину назвали «Калибри». В белых контейнерах особо ценный груз. Если все пойдет хорошо, непростое путешествие через Атлантику продлится 21 день. Во всем мире существует только два корабля для такой перевозки. Они называются именами птиц. Это тукан и колибри. Капитан колибри Доминик Кюже в сотый раз сверяет маршрут. Океанская часть пути его особо не беспокоит. Самое сложное в этом путешествии – русло реки Куру. Максимальная глубина ее фарватера – 5 метров. Малейшая ошибка чревата большой бедой. Уникальный груз «Калибри» доставит в порт Париакаба во французской Гвиане. Затем на грузовиках его отвезут на космодром Куру. Космодром Куру в Южной Америке – главная европейская площадка для запуска французских ракет тяжелого класса «Ариан-5». Первый старт здесь состоялся еще в 1968 году. Гвиану французы выбрали неспроста. Космодром находится всего в 500 километрах от экватора. Такое расположение увеличивает грузовой потенциал любой ракеты. У линии экватора планета как бы вращается быстрее и сама словно подталкивает ракету, уходящую в космос. Здесь на орбиту можно выводить грузы на 50% больше, даже на геостационарную, а это большой шаг вперед. Экваториальный космодром – коммерчески успешный проект французов. Однако европейцам не хватало ракеты среднего класса, которая дешевле тяжеловоза «Ариана», но с учетом близости к экватору не уступала бы ему в грузоподъемности.
модифицированный «Союз» идеально подошел к этим требованиям. «Калибри» заходит в порт Париакаба. В Гвиане вновь тропический ливень. В условиях почти нулевой видимости капитан разворачивает корабль. Швартоваться непросто. Все это напоминает стыковку на орбите. Медленно, аккуратно, с миллиметровой точностью. Доминик Кюже доставил во французскую Гвиану ценнейший груз. Две русские ракеты «Союз» последней модификации. Отныне с космодрома Куру во французской Гвиане будет стартовать не только ракета «Ариан», но и российский «Союз». Это наш драгоценный груз, который мы долго ждали и наконец дождались. Здесь две ракеты целиком. С компонентами топлива, со всем оборудованием, необходимым для запуска. На космодром «Союзы» попадают в новые климатические условия – тропическую жару и стопроцентную влажность. Атлантический океан делает воздух соленым. Любой металл здесь проходит жесточайшую проверку на прочность. К примеру, оставленный на земле обычный болт рассыпается в труху буквально за месяц. Еще до рассвета команда российских специалистов собирается в гостинице на завтрак. Кто-то не выдерживает и оставляет в книге жалоб и предложений запись. Второй день в унитазе живет лягушка. Прошу выселить лягушку из унитаза. После завтрака дорога на космодром. Абсолютно все должны быть привиты от смертельной тропической болезни – желтой лихорадки. Остановок по пути лучше не делать. Пассажиры этого автобуса хорошо усвоили наказ местных жителей. Джунгли долго наблюдают, а потом быстро кусают. На космодроме Куру российские специалисты строят новый стартовый комплекс «Союза». Сегодня жарковато. Мы заинтересованы в русской системе, потому что она достаточно проста, но очень эффективна и надежна. От «Союза» французам прямая коммерческая выгода. Запускать спутники будет проще. Здесь полезная нагрузка у этой русской ракеты-носителя в полтора раза больше, чем на Байконуре или в Северном Плесецке. Увеличится не только полезный вес, но и скорость. «Союз» получит дополнительно 460 метров в секунду. Вот что значит близость к экватору. База этого старта российская. В итоге это будет смесь лучших технологий России и Европы. Получится уникальный старт, единственный в мире. Стартовая площадка похожа на знаменитый гагаринский старт на Байконуре. Его надежность подтверждена тысячами успешных пусков. Тем не менее, по требованию европейской стороны, российским инженерам пришлось заново пересчитать все конструкции и кое-что изменить. Ну, отличие от гагаринского старта, о котором мы говорили, ну, прежде всего в том, и это отличие, собственно, определяет
конструктивная особенность ракеты, то, что у нас нет поворотного круга. Еще отличие. Здесь нет традиционных фирм обслуживания. Однако в этом и скрыт секрет всей стартовой площадки. С высоты в полсотни метров космодром как на ладони. Вот МИГ. За ним правее командный пункт. Камера на последней площадке уникального сооружения – мобильной башни. Именно она заменит фирмы обслуживания. Еще никогда российские специалисты не строили подобный комплекс. Ракета-носитель и все стартовое сооружение оказывается внутри большого помещения мобильной башни, которое полностью изолирует практически ее с высокой степенью надежности от воздействия таких вопросов, как ветер, значит, активное световое излучение. И, что очень важно для условий Гвиана, это высочайшая влажность и очень часто идущие ливни. Эта башня служит одновременно и дождевиком, и солнцезащитным тентом для Союза. Она собирается только русскими. Французам здесь отводится хоть и важная, но вспомогательная роль. То бишь, системы кондиционирования, водоснабжения, канализации, освещения, обычного там, пожаротушения. Значит, вот эти системы все создаются европейской стороной. А все то оборудование, которое работает непосредственно с ракетой, это только российская сторона. И на нем работает только российский персонал. Готовы. У нас уже бандаж снят, а нам нужен доступ к датчику КР. Поэтому не получается у нас. Дань, первый стоп, второй. Задний. Не, нормально, ну и слава тебе. Давайте свою, включайте дур-машину. Готов. Крути. Я не знаю, что приспичило-то вот вам. Обедал бы я сейчас, я обедал. О том, как быстро российские специалисты освоились в Гвиане, местные жители рассказывают истории. Больше всего их удивляет трудолюбие русских, их веселый и доброжелательный нрав. Русских приехало очень много, и их легко отличить от наших. Они приехали, чтобы пускать свою ракету. Они много работают и днем совсем не спят. У нас в это время сиеста. Отсутствие сиесты все же не отменяет на космодроме обеденного перерыва. Питание русским организовали французы. Здесь вообще здесь хороший обед, а в отеле не очень. Мадам, вам дате и пуассан. Я по пуассану. Пуассан? Но. Но? А что? Искалёв. Из соображений эффективности французы придумали специальные обеденные тикеты, которые, правда, очень напоминают продуктовые талоны начала 90-х в России. Талоны называемые. Вот их дают, дают, мы на них кушаем. Мадам, мадам. Мерси. Марсель Сантос Кайл Рис, вернувшись из школы и отложив уроки на вечер, принимается за работу. Каждый день он помогает своему дяде по хозяйству. Мальчишка – сирота. Из близких родственников – только дядя, который и стал его опекуном. Большинство живущих здесь фермеров уже не обращает внимания на гул стартующих арианов. Большинство, но только не юный фермер Марсель. О ракетах я много читал в книгах, и запуски арианов видно прямо отсюда, но это очень далеко. Всякий раз, когда ракета в клубах дыма, опираясь соплами на столб огня, уносится за облака, мальчишка мечтает, как бы поближе увидеть такой старт. Марселе еще не было и 10, когда в 2007 году был заложен первый камень в фундамент стартовой площадки.
Тогда здесь были непроходимые джунгли. Спустя 2 года началось строительство мобильной башни обслуживания. А затем из России морем привезли сразу 2 «Союза». Так называемый сухой вывоз – самый важный этап предстартовой подготовки. После этого становится понятно, готова ли ракета к пуску, готов ли обслуживающий персонал. Вывоз начинается с перекладки ракеты на установщик, мощную железнодорожную платформу. Она и доставит многотонное изделие на стартовый стол. Стоп! Важно ракету очень точно положить на установщик. Это связано с тем, что когда мы будем ставить ракету вертикально, она должна пройти небольшой зазор стартовой ниши, чтобы не задеть. Поэтому если мы сзади положили точно, то впереди она ляжет, так сказать, как... Для большинства специалистов перекладывать ракету без головной части непривычно. Ее даже нельзя назвать, как обычно говорят на Байконуре, ракетой космического назначения. Назначение впереди – это европейский спутник «Галилео». Благодаря «Союзам» Европейское космическое агентство открывает свою историю навигации в космосе. Есть российский ГЛОНАСС, есть американский GPS – теперь появится и европейский «Галилео». Постараюсь быть как можно менее официальным. На нас надеется наше с вами предприятие. Ну, можно сказать, на нас надеется Россия. Мы должны с вами сделать все, чтобы машина в этом году ушла в лед отсюда. Рабочий день сухого вывоза начинается с традиционного построения расчетов. Все как на легендарном Байконуре. Руководителям работ уточнить задачу, развести расчет по рабочим местам. Ну, в какой-то степени это определенный командный дух. То есть это, значит, позволяет, как кажется, людям, ну, с российским менталитетом понять, что они все-таки работают в команде, что они представляют собой единое целое. Я считаю, что это, в общем, положительный момент. Его отказываться не стоит. Нет, у французов абсолютно ничего подобного нет. Они не строятся вообще никогда, нигде. Сухим вывоз называется потому, что ракета движется с пустыми баками. «Союз» заправит топливом уже на стартовом столе. Сегодня ракета у нас, как известно, никуда не влетит. Значит, ее установят в вертикальное положение. Вот вертикализируют. Ракета проходит сквозь мобильную башню обслуживания и останавливается, как здесь говорят, на нуле. Открывайте мяч от агрегата. Как раз результаты наших комплексных испытаний определят нам, какие необходимо дополнительно провести работы для обеспечения пуска, возможно, короткий срок. На космодроме трудятся вахтовым методом. У каждой группы своя смена. Обычно в Гвиану приезжают не меньше, чем на 3 месяца, но уже 3 недель достаточно, чтобы заскучать по семье. А тоска по родине плохо сказывается на работе. Что сделать с твоего приезда? Сюрприз. Вы сюрприз. Наверное, баню истопишь. Истопишь баню, наваришь пельменей и холодец. Ну, это конечно. Ну, а ой, как я соскучился уже. Холодец, водочка, это все естественно, все. Мы в Россию! Как мы едем? С некоторых пор в Гвиане говорят о нескольких широтах. Первые 2 величины неизменные – географические координаты космодрома Куру – 5 градусов северной широты и 52 западной долготы. Третью невозможно измерить. Действительно, как объять широту русской души? Ты не плачь, не горюй, моя дорогая! Если в джунглях пропаду, значит, судьба такая.
Специалисты Роскосмоса так просмолились на космодроме, что их с трудом отличишь от местных. Брательник, привет! Привет, Тамбов! С родственником! Как дела? Отлично! А у тебя как? Как к вечеру после работы все собираются в кафе у Барбары. Это теперь настоящее русское заведение. С некоторых пор у хозяйки появился новый кумир. Тоже русский. Конечно, это первый подарок из России. Настоящее фото. Я его не увеличивала. Повесила на видное место. Здесь оно хорошо освещено. Он первый поднялся в космос. Здесь мы говорим, что это великий человек. На три важных этапа – сухой вывоз, вертикализацию и наезд башни обслуживания – требуется всего час. Потом, до самого заката, специалисты будут готовить ракету, подключать коммуникации, проверять соединения, отлаживать все сложнейшее оборудование. Только после этого – установка головной части. Значит, в этой зоне основная работа – это персонала непосредственно кабины обслуживания. Основная стойка, которую вы видите красного цвета, это работа с двигательными установками и, значит, ракетоносителем. Конструктор стартового комплекса Анатолий Баранов показывает свое творение. Такая экскурсия словно еще одна предстартовая репетиция. Не каждому удается в такой вот момент быть именно на старте, когда вот ракета стоит на старте, и вся ее двигательная часть, то есть та лошадка, которая выводит на орбиту, у вас перед своими глазами. Вот. Ну, считайте, что вот, если вот здесь бы был сейчас бы огонь, это было бы мощное пламя. Космодром Байконур. 5 апреля 2011 года. Старт ракеты «Союз» посвящен первому полету человека в космос. 50 лет назад Гагарин произнес здесь свое знаменитое «Поехали». А это пресс-конференция накануне старта. Экипаж космического корабля «Союз ТМА-21», командир Александр Самокутяев, бортинженеры Андрей Борисенко и американский астронавт Рональд Гарран по традиции отвечают на вопросы журналистов. Микрофон дают и самому юному участнику этой встречи, тому самому мальчишке-фермеру из далекой Гвианы, Марселю Сантосу. Когда вы были маленькими, вы мечтали полететь в космос? Каэль, мы очень хотели полететь в космос. Мы верили, что наша мечта сбудется. И поэтому мы сидим здесь сейчас, в этом месте. Год назад Марсель узнал, что Роскосмос проводит международный конкурс на лучший детский рисунок, посвященный Юрию Гагарину. И еще, что рисунок победителя будет красоваться на эмблеме гагаринского экипажа, стартующего на Международную космическую станцию. Марсель решил во что бы то ни стало попытать счастье и победил. Давняя мечта гвианского мальчишки сбылась. Он наблюдал за стартом настоящей ракеты «Союз» на Байконуре. Не так, как видел уходящие в космос «Арианы» у себя дома, во французской Гвиане. Головную часть ракеты доставляет к старту специальный тягач. За рулем лучший водитель Гвианы Жан-Франсуа Кальбер. Конечно, я испытываю волнение. Несмотря на то, что я уже много раз возил на своем тягаче «Арианы», «Союз» — это впервые. Устанавливать головную часть на ракету, уже стоящую на стартовом столе, требование французов.
Тяжелые в несколько тонн весом, нашпигованные сложнейшей аппаратурой спутники не любят, когда их контуют. На стартовую площадку их доставляют в вертикальном положении. В таком виде и поднимают на ракету-носитель. И вот вся система в сборе. Здесь, на Куру, наши специалисты с успехом отработали новые технологии строительства современного стартового комплекса. Этот опыт очень пригодится при возведении нового русского космодрома – «Восточный». Все стартовые комплексы у нас были созданы в стране до 65-66 года. То есть строительство стартовых комплексов под ракету Р-7А, их не было. И здесь, в Гвиане, мы практически построили старт с нуля. На карте Земли появилась третья по счету географическая точка стартов российской ракеты-носителя «Союз». Байконур, Северный Плесецк, теперь и французская Гвиана. Матрешка, Russian National. Матрешка. Отныне в Гвиане все будут смотреть, как русские прямо из джунглей запускают в космос свои ракеты.